В начале декабря в Национальной школе красоты состоялся показ-презентация парадно-гражданской формы для белорусских делегаций на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх, которые пройдут в феврале 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Прекрасным дополнением к комплектам, разработанным дизайнером Людмилой Лобковой, стали шапочки, шарфы и перчатки с торговой маркой «Полесье». Кто работал над престижным заказом, как будут выглядеть наши атлеты на самых ярких играх четырехлетия, узнавала Наталья Шестакова. Стильно, модно, патриотично. Именно так будут выглядеть белорусские атлеты, которые представят страну на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в будущем году. 1 декабря в Национальной школе красоты состоялся показ-презентация парадно-гражданской формы для белорусских делегаций на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх, которые пройдут в феврале 2018 года. Коллекция одежды для белорусских олимпийцев была разработана дизайнером Людмилой Лобковой совместно с предприятиями концерна «Беллегпром». В создании формы наряду с Коминтерном, Светанком, Элис и Белвест принимали участие пинские производители, открытое акционерное общество «Полесье». Нашему предприятию предложили разработать дополнение к спортивной форме. Это шапки спортивные, перчатки и шарфы. Мне кажется, что достаточно это предложение такое престижное. Наша художественная мастерская достаточно так откликнулась с оптимизмом. Было предложено сразу несколько вариантов комплектов, выполненных в едином стилистическом и цветовом решении с основной коллекцией, в которой использованы элементы белорусского орнамента, в котором сочетаются символы обереги матери, победы и урожайности. Дизайнеры уверены, что подобный орнамент выделит белорусских спортсменов самобытностью и подчеркнет национальную принадлежность. После того, как эта вся коллекция, в том числе с нашими изделиями, презентовалась нашей олимпийской сборной, ее одобрил и глава нашего государства, и в нее же вошли вот наши изделия. С нашей стороны принимала участие, такое как соучастие в разработке нашего ассортимента наш художник-модельер, ведущий Наталья Кандыбина. Она непосредственно разрабатывала модели и рисунки вместе с Лобковой, которая непосредственно всю коллекцию разработала. Кстати, ассортимент спортивных трикотажных изделий в стиле casual, который лег в основу олимпийской коллекции, ориентирован и на широкий спрос. Кроме того, что эти изделия будут изготовлены для наших спортсменов, эти изделия планируется к концу декабря, даже в 20-х числах, поступить в продажу в наших минских и областных магазинах, но в том числе, возможно, и в каких-то фирменных сетях нашего предприятия и других. Конечно, всех тех, кто выполняет особый заказ, переполняет чувство ответственности и, безусловно, гордости. Выполняя или изготавливая вот эти наши аксессуары для наших спортсменов, вдвойне, может быть, и втройне нам приятно и нашим, я знаю, вязальщицам и швеям выполнять заказ именно для Олимпийской сборной Республики Беларусь, понимая, что частичка их тепла, их энергетика, когда они вязали, шили, вот будут упаковывать, что это все придаст уверенности, что нашим спортсменам, что наши спортсмены будут идти под знаменами наших флагов, что они будут чувствовать то тепло, которое передают наши люди им. Желаем им побед, и пусть эти шарфики и шапочки их согреют и придадут уверенности. И какие-то доли секунды помогут лыжникам или троеборцам, или любому виду спорта достичь тех результатов, на которых надеются и нацелены они сами, и мы им этого желаем.